Такая рыбалочка у нас получается. Будем говорить зачетные. Ну, копченые точно. Так, вот тут будем. Сейчас попробуем еще разочек. А мы... Так, вот кум ловит на ультралайт. Раз, пошел. Поклевочка, ждем, ждем. Ну и с этого раза. Травка. Травочка, травочка. А травочка, и все, и игра уже. Игра не та, и все. И... В режиме онлайн. Сейчас мы берем вот это вот то, что мешает нам. А если убрать стальку, то поклевки возрастают тоже в разы, да? Просто мы ставим, потому что может тут щучка в вариант взять. А мы сейчас, смотрите, вот, вот она. Вот она. Вот он заброс. Это лодочка. Это на поклевочка. Простая, правда. Просто шнур еще не успел выбрать. Ну ничего, кидай, что ж тут такого. Если на каждом забросе по рыбе, то как-то уже потом неинтересно. Вот он. Вот он. Так, вот оно вываживание. Вот оно вываживание. Тролать. Раз. Это кушочек. Матросичек. А, и второй рядом, видел? Который за ним идет брат. Такой же, такой же.
Вот так вот. Есть такое дело. У нас сегодня праздник. Да. Мы сегодня будем делать копченого окуня. Окуня, да. Поэтому мы его возьмем. Лишнего нам не надо, но нам еще несколько штучек. Вот так будем ловить. Догнал. Да не лома, блядь. Вот она. Плотва, блядь. Красноперочка, ну. Вот такие. Вот так вот берет почти нападение сразу. Если попадаешь. О! И такие попадаются. Вот такие попадаются. Ты решил, что должен брать на мале? Вот. Есть такое дело. Паузу сделали, а потом видишь, что я не звоню. Да, ну тебя нахуй, дядя Вова. Нет, молодцы, это не А я отпустил фрикцион. Прилично его, блядь, поднять, как бы. Поднимается он потихоньку. Где-то. Вот он, дядя Вова, вытянул. Все-таки раздрочил. Догоняет, догоняет. Догоняет. Вот, догоняет. Видел? Да.
Крышка.